Всем здравствуйте! Еще в 2009 году лидер популярной группы перенес серьезное хирургическое вмешательство. А когда артист наконец-то вновь зажил полной жизнью, с ним произошло невообразимое. Благодаря пересадке донорской почки, насквозь больной Николай Расторгуев сумел не только одолеть серьезный недуг, но и продолжить свою концертную деятельность. К слову, россияне и по сей день относятся к артисту с теплотой, ведь он уже много лет является певцом-патриотом. После начала событий 2022 года Расторгуев регулярно критикует вчерашних коллег-беглецов. Не так давно исполнитель прошелся по скандальному иноагенту Семену Слепакову, которого мудренный опытом артист предложил исключить из всех программ на телевидении. Узнав от журналистов о регулярных появлениях горе-комика в рамках аж сразу нескольких проектов, артист не удержался от разгромного комментария. Однако сегодня стало известно, что крупные неприятности теперь грозят именно горячо обожаемому народом музыканту. По сведениям популярного паблика, с Николая Расторгуева хотят взыскать более 2 миллиардов рублей. Почему на самом деле строительная компания подала иск к продюсерской компании лидера группы, история пока умалчивает. Но как ни крути, для пожилого певца это новость, по-настоящему шокирующий поворот. Судя по решительному настрою истца, разбирательство, в которое оказался втянут Николай Вячеславович, уже не за горами. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.